Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мы приехали, как я уже говорила, в Уренгой, и съездили сегодня с мужем в Цент. Ну, это Алиэкспресс, Пятерочку, на рынок. Давайте покажу, что в Центе взяла. Не все, что хотела, потому что, ну, плохой у нас магазин. Взяла бумажное полотенце, других просто не было. Вот такие вот. Я не очень люблю это. Мне нравится Зева. Ничего не было. Другие не заезжали, потому что, как я уже говорила, приехали, позаболели. Простывшие. Поэтому много не гуляли. Дальше купила вот такой вот мистер Проппер металлы. Кинула, сейчас у меня все закончилось. Взяла еще одну вот такую вот. Руки вытирать очень удобно. И как оказалось, такими маленькими удобнее, чем полотенцами пользоваться. Для стирки также ничего путевого не было, поэтому взяла ласку на первые дни. А потом уже с мужем съездим, не знаю, может быть, или еще кто-то возьмем. Так, и вот такой вот батарейки муж взял. Ну, не знаю, у нас тут во всякие эти гаджеты, так сказать. Градусник, смотрю, батарейка села еще где-то. В общем, дальше на рынке. Ну, купили стандартную картошку, капусту, картошку, лук, прошу прощения. Взяла себе вот такой вот манго. Ну, все знают, кто смотрит, что я обожаю манго. Поэтому взяла, прошу прощения. Ой, прошу прощения. Как я уже сказала, мы заболели. Вот такой вот хреновина. От Джека с хреновиной. На рынке взяли у Александра. И... ну, взяла пока небольшую. Мне не надо пока много. На первое время, в общем, 500 рублей обошелся цент, 2000 обошелся нам рынок. От капуста, манго, хреновина, да что ж такое, картошка, лук. Это то, что взяли в магазине. Так, и сейчас покажу, что мы купили. Что все отсвечивает. В Пятерочку еще заходили. Не было ничего путевого, тоже ходить тяжеловато пока. Вот такой молот я взяла для турки. Кофе на первые пару дней. Ну, это сейчас кушать хотелось. Поэтому взяла. Дальше лук зеленый. Забыла на рынке, поэтому в Пятерочке взяла сметану. Так, ну, без сосисок все знают, кто нас смотрит, ни один поход в магазин без сосисок не обходится. Дальше что-то вот паштет печеночный. Мы когда в самолете летели, давали, кормили нас, давали паштет. Прям так понравилось, что подсела я на паштет. Появились вот такие спрятать табака в духовке делать. Они в маринаде уже. Мы решили взять с мужем. Так, что-то я не помещаюсь. Ну, основной лук есть. Яйца и так далее. Так, еще лаваш где-то. Хлеб еще взяла. Еще один цыпленок табака. И набрала разных сырков. Вот дружба, потом голландский сырок. Плавленые сырки. По-моему, еще какой-то. Вот такой вот российский. Красная цена. В общем, сырный суп сделать. Ну, я бывает их и так могу с удовольствием съесть. Ну, там еще одна курица. Не буду уже доставать, потому что не помещаюсь на стол. Вот и лаваш. Где-то я его уже приложила. Наверное, на другом столе. И лаваш купили вместо хлеба. Вот такие были сегодня покупки у нас. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, мы немножко простыли, поэтому гундош. Сразу говорю, не ковид,
Просто смена климата. Там немножко было влажность, сырость. Простывшие сюда приехали, видимо, плюс еще смена климата. Ну и вот все один к одному, как говорится. Капусту взяла, хочу пирог сделать капустный. Хреновина, не знаю, так захотелось аджики, но была только с хреновиной, поэтому взяла. Буду варить сырный суп. Пишите, у кого есть интересные рецепты сырного супа, потому что мужу понравился. Мы в Питере были, в одном кафе он попробовал, ему очень понравилось, а теперь вот надо сделать. Так что, может, у кого-то есть интересный рецепт, обязательно напишите. И решила попробовать вот эти вот новые манго. Таких еще не видела у Саши. На рынке были, как обычно беру, и вот такие какие-то в новом формате. Видимо, дороже. Вот. Будь здоров. Муж тоже чихает. В общем, манго. А, здесь уже сахар и консервант есть, прошу прощения. Да что ж такое сегодня. В общем, попробуем. Если понравится, буду брать. Если нет, вернусь к старому. Вообще мне нравится сайхерба. Не знаю, буду делать заказ. Закажу лучше еще на айхербе. Вот. Заходили в центр. Собственно говоря, мне нужно было бытовая химия кое-какая. И хотелось все-таки вот, осенняя вот эта тематика. Так у нас и не привезли ни кружку тыкву, не мягкие вот эти тыковки. Так хотелось купить, и не везут. В общем, да. В Питере почему-то муж упорно отказывался идти в фикс прайс. Что-то он ему не нравится. Ну, в общем, вот такие вот дела. У меня турка, я показывала, но вдруг нет, потому что влоги все были, знаете, все в основном во влогах в Питере. Некогда было. Вот такую турку мне муж купил. Небольшую, она все разборная, и ручка разбирается, то есть можно с собой возить, маленькая, варить кофе. Мне натуральный тяжеловато пить, и давление, и сердце, поэтому кофемашину решили не брать, но как-то я пока не хочу. В общем, решила взять турочку, ну и такой вот немного кофе. Вообще черная карта понравилась, но у нас даже ни в магазинах, ни в фикс-прайсе а-ля цент не было карты. Взяла Якобс попробовать молотый. Даже не знаю, что из этого получится. Ну и из интересного, наверное, вот такой копченый с беконом. Первый раз такой вижу от Мираторг. Вроде так на вид красивый. С подкопчением. Будем пробовать. Хочу еще купить тостер. Тосты делать. Прям с огромным удовольствием у родителей делала тосты по утрам. А в Питере тоже. У меня есть в Краснодаре тостер. Он такой более детский на вид. Не знаю, может, уговорю мужа здесь купим тостер. Иногда хочется. Прям я иногда с огромным удовольствием делаю тосты по утрам и завтракаю. Ну все, не буду болтать. Вот еще из интересного, наверное, не знаю, из находок продуктовых. Муж понравился вот этот вот шоколад темный от Alpen Gold. Он прям с огромным удовольствием. Он мне любит темный шоколад. Ест. И вот даже с собой с Питера привезли шоколадку. Не успел доесть. Хороший шоколад. Кто любит горький шоколад, темный, присмотритесь. Ну вот и все. Буду заканчивать. Спасибо, что были со мной, что посмотрели меня. Буду сейчас готовить. Наверное, в духовку поставлю цыпленка. Все остальное уже попозже. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.